Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы с вами открываем новогодний подарочек, который прислал мне мой друг и зритель Нубом Крышка. Нубом Крышка, спасибо тебе большое за приятное приподнятное настроение. Я всегда радуюсь подаркам, не потому что я из них что-то получаю, а потому что воспринимаю их как проявление внимания ко мне и поддержку канала в его развитии. Спасибо вам всем большое за то, что присылаете мне подарочки. Ну что, открываем, смотрим, что Нубом Крышка нам прислал. Но... И здесь у нас, ребят, целых 5 ключей! Целых 5 ключей для вечеринки! Это действительно прикольно! У меня 2 ключика уже было, сейчас еще, получается, 5 откроем контейнеров серых, ну и, соответственно, у меня будет уже 7 ключей, ну и, соответственно, 3 ключиков не хватает до вот этого золотого ключа. Но это уже история совсем другая, сейчас открываем вот эти конты. У меня, в принципе, большинство машин, которые здесь есть, присутствуют уже в ангаре, как вы видите. Буквально нескольких машин не хватает. Очень хочу себе КПЗ-50Т из вот этого всего списка. Но если выпадет, допустим, тот же самый Калибан, то пойдет в коллекцию. ФВ-1066 навряд ли получу. Там процент выпадения такой, что прям врагу не пожелаешь. Ну и что касается ТЛ-7120, то чисто в коллекцию, вот просто чтобы был. Потому что хорошим добрым тяжем я его лично не считаю. Ну и плюс к тому, здесь есть вот такой вот великолепный дискошар, который можно обменять на целых 10 тысяч голды. И сейчас, во время зимнего аукциона, эта сумма была бы абсолютно не лишней в моей золотой копилке. Ну что, ребят, быстренько открываем все 5 контов и, глядишь, сейчас будем круто-круто радоваться. 1500 голды. Слушайте, ну классно, классно. Нубом, спасибо тебе большое. Это действительно круто. 1,5 косаря просто так вот сверху ляп и упало. Едем дальше. Еще 750 голды. Ну, слушайте, неплохо, 2250, крутяк, плюс 10 праздничных колпаков. Правда, вот разработчики, ну, зажались немножко в отношении вот этих вот шаров, потому что всего лишь 20 шаров за все это время было мною собрано. А надо целых 300 для того, чтобы обменять себе на машину. Ну, это действительно очень много, а вот эти выпадения по 5 шаров, ну, как-то немножко удручают. Итак, ребят, если я правильно посчитал, то получается 3000 золота в этом подарке мне уже прилетело. Едем дальше. Ну дайте машину, дайте. Нет, 3750. Нет, это, конечно, круто, я не спорю. 3750 голды, это жирдос, вопросов нет. Но все-таки танк хочется. Ну, давайте, последний ключ и быстренько бричка какая-нибудь классная. Фиг там, ничего не получилось. Зато голдой обзавелся, вопросов нет. Спасибо тебе большое, Нубом Крышка, за вот эти вот, не знаю, адреналиновые эмоции. Это действительно очень приятно и очень круто. И вообще, друзья, дарите подарки, делайте друг другу приятно, оно того стоит. Просто потому что человек, которому вы дарите этот подарок, ощущает непередаваемые, непередаваемые просто чувства и великолепные ощущения. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира, везения из контейнеров, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.